Здравствуйте, с вами Олегыч, и вы на канале Олегыч Геймс. Мы продолжаем игру Diablo 3, играем за монаха, седьмой сезон, уровень сложности, истязание 2. Так, в прошлом видео нам повезло, и мы нашли офигенные шузы. Кто не помнит, могу напомнить, очень простые сапоги, которые дают второго союзника нам. Видите, у нас уже двое бегают, это вообще офигеть. Так что сейчас будем рвать, дай боже жить. Так. Мы уже подбираемся к главарю. И это, честно говоря, прекрасно. Не знаю, конечно, как я его буду бить. Насколько я помню, в прошлый раз, когда я играл чародеем, блядь, я намучился чуть-чуть с этим мясником. Ой, будем надеяться, что монахом мне будет полегче играть. Увидите. За спасение души! Кулак направляют боги! О, тихо там. Ой, хорош. Замесили так как, а? 52 уровень. Шикарно. Так, новые знания, да? Давайте глянем. Блять, то что это замораживает? Ну, давайте посмотрим. Новые кулаки. Что тут смогут порешать? Что больше урон. Мне нужно больше тел. Думаешь, мои люди могут просто так вызвать демона? Для этого нужна кровь. Свежая кровь. И человеческая плоть для поддержания заклятия. Достань ее немедленно. Так, вроде неплохо валит. Так, тут больше ничего не вижу интересного. Мичура галимый. Все, можно возвращаться. Да. Не знаю, оставляю, наверное, эти кулаки. Тут дополнительные уроны просто действительно есть. Пускай будет. Замораживаем и так этим кругом, и эти херы еще тут морозят. О, посмотрите, какой бонус. Лежит, и ни хера, конечно, с нее не выпало. Больше ничего. Так, что у нас там? Третий уровень будет или что? Я уже не помню. На помощь! Я сейчас. Попал в ловушку! Я здесь! Сейчас я иду, иду. Деревья. Жди, мужик, сейчас придем. Какое говно живучее. Ого, какие вещи попадали, я в шоке.
достаточно. Ого, сколько у вас здесь, ребята? Бой окончен. О, опасный шкет. Ой-ой-ой. Да. До 1263 года по киджистанскому календарю. Так, что у нас тут? Тюремщики выжгли руны на моей коже. Они сказали, что пытки и темная магия превратят нас в демоническую армию короля Леорика. Что за глупая ложь? 17-й день Лунасада. Эта боль невыносима. Она затуманивает разум. Жуткий голод. 20-й день Лунасада. Чем там? Я голоден. Кипишует. Накорми меня, господи. Хранят тебя боги. Я был уверен, что так здесь и умру. До меня дошли слухи о том, что здесь хранятся несметные сокровища. Угу. Я поверил им, как последний дурак. Понятия не имею, почему я решил, что они внутри Железной Девы. В этой чудовищной темноте я думал только о том, что никто даже не узнает, что со мной случилось. Ты долго будешь трындеть? Все. Опыт, деньги, больше нам ничего не надо. Так, приправа высокогорья. Кровище какая-то. До свидания, ребятушки. Все замораживаются на говно. У меня мало духа. Ёбаный карась. А, это эти пришли. Гасить. Ёбаный в рот, ты заколебал так гасить уже, сучара ты, блядь. Вонючая, блядь. Стри-стри, что делается? Опять хотел там мотыльнуть свои кувалды. Так, тут нихера нету. Так, хорошо. Thank you.
шаман клана, блядь. Все сильнее и сильнее становятся эти говнюки. А, королева. Че там стряслось? А, я помню, надо будет там души всякие спасти. Так, тут нихера. Свобода! Да, радуйся. Наконец-то я свободен! Фух, разобрались, 53 уровень, ничего себе. Так, тут ничего нам не припало. А, так, вот таинственный союзник. Понятно. Земляного не берем, потому что водный союзник реально очень большой. Блять, я не туда залез. Так, хорошо. Что там с мантрами? Я вот думаю, может взять натуре этого огненного. Ох, какие красавчики. Так, ну все, пошли. Я, в принципе, готов. Эти водяные уже гасят не по-детски, я так понял. Смотри, что творится. Так, тут никого не осталось. Все. Так, давайте через эту сторону пойдем. Я сейчас чувствую, еще один уровень тут подниму. Налетели.
где-то здесь этот хрен. Так, а ну взялись его. Я пока не готов. Не, чувак, ты не уйдешь отсюда. Четко его поджали, а? Ёб твою мать. Сколько всего тут попадало, а? Богатая, блядь. Свобода! Наконец-то я свободен! Что? Кто посмел? Кто это там сказал? Так, тут ни хера нету. Так. Возвращаем моих водяных. Удар. До свидания, называется. Свобода! Наконец-то я свободен! Свала богам! Так, а тут что у нас? Может, где-то какой-то сундук? А херушки. Так, мы здесь еще, по-моему, должны драться с каким-то хреном. Насколько я помню. Живучее говно. Ух. Нужно было бежать, пока был шанс. Хоро. Ой, блять, я же забыл посмотреть, что тут есть. Блять, шляпа уже намного лучше. Это нет. Я херею на 23 лу. Тут нет. Тоже нет. Право носить корону дается светом. Так. Но тот, в чье сердце проникла тьма, теряет это право.
Так, нагребли кучу вещей. Ты смотри, какой выдержанный был парень. Еще что-то было. Ага, вон эта голова. Точнее, что там? Душа. Я голова назвал. Хвала богам! Благодарю тебя, герой. Теперь мои слуги свободны. Но проклятие все еще давлеет над этим местом. Найди надзирателя в центре подземелья. И положи конец его злодеянию. Сейчас найдем. Надо сначала тут разобраться. Так, тут ни хера нету. Сейчас чувствую, надо будет телепортироваться домой еще. Порвали их, блядь, как тузик грелку. Так, а тут что у нас? Так, надо поэтапно тут все проходить, а то я запутаюсь в этом говном лабиринте. Ничего нет. Так, сюда нету смысла вообще идти. Так, еще тут осталась какая-то одна дорожка. Ты смотри, завалили его. Так, давайте здесь, наверное, сейчас сбегаем быстренько в город. Пора возвращаться. А потом этого надзирателя порвем, я думаю, вообще вон на куски. Так, приехали. Нахер. Угу, отлично. Так, 60, да? Ого, 80 к критическому урону. Что там, 8800? 9364. Это бомба.
вот, все, можно возвращаться. Ой, подожди, куда возвращаться, если мы через полуартов пришли? Так, сейчас этому надзирателю на мнем бочки. Оу. Что это? Где все? Мне что, придется все делать самому? Ну хорошо. Иди сюда и прими кару за свои преступления. Давай уже, блядь. Мне не сдвинуться с места. Все, до свидания. Так, что-то есть хорошее? Ёб твою мать. 9364. А как это понять? Тут что-то сократили цифры, что ли? Или это... А, это 15 тысяч. Что-то, блядь, сначала как-то так... Вау. Да. Почти в два раза. Это жир. Это что за говно там еще? Нахер идите, тут сейчас такие уроны вылетают, что никто не устоит. Так, а что там, ничего нету, да? О, лезут уже без них, но никак. Удар. Ну, конечно, метко. Ваше Величество, казни, все готово. Благодарю тебя, Лазарь. Твоя преданность неоценима. Особенно сейчас, когда все... Зал огня уровень 3, это что там? Ага, понял. Мне сейчас до портала бы добраться. Где-то, кстати, здесь должен быть, по идее. Было бы чудесно. Так, опять у нас дорога разделяется. Ну что тут у нас? Боги ко мне благосклонны. Так, есть. Давайте глянем, что мы там насобирали. О, шляпа. Не, ну из 1.6 я не буду, конечно, ее ставить. Так, давайте посмотрим, что в этой стороне. Опа-па. Да. 3575. Хорошо. Ему тоже надо бы улучшаться потихонечку. До свидания. Ты смотри, какое говно живучее.
Оуе. Так. Понятно все. Как сила волн! Так, мертвецы, блядь. О! Привет! Я вам тут не помешаю? Идти, вот, давайте в эту сторону, что ли. Блять, огонек. Я оказался сильнее. Ну да, ты красавец. Воу-воу, потише там. Я оказался сильнее. Да, хорош. Эти живучие, кстати, вот эти толстячки. Фух. Так, а здесь куда мы идем? Блять, опять это говно. До свидания. Ай, хорош, мы их наказываем. Вот это уже опасно. Я согласен. Я вернусь. Я оказался сильнее. Хитрые суки. Нужно подождать. Идите в жопу. Там кто-то говорил? Давайте без этих хитрых тем ваш. Достойный противник. Офигевшие, блядь. Достойная победа. Так, это ему не подойдет. Темный замок не был уничтожен вместе с тем, кто им правил. Эти были опасные, конечно. Все, налетели, порвали.
Так, а куда это я вышел? Ага. Я все правильно шел, здесь как раз сейчас одна дорога осталась там. Ой, блядь, я уже думал, там кто-то есть. В моих руках сила Фол. Так, вот куда идти, непонятно, честно говоря. Что здесь у нас? Ага. Давайте уже дойдем полностью. Это третий уровень огонь. По-моему, там уже босс. Ну, может, я ошибаюсь. Хорошо, этот вообще подвис в воздухе, бедолага. Красиво. Так, тут ни хрена нету. Ух ты, блядь, красавчик. Зажали чувака. Куда бежим? Оу, е. Иди ты, малыш. Со своими конскими ударами, я все помню. Дерзкая морда. Опа. Блять, они меня поджали, сукины дети. Бешеные, блядь. Хорош. Так, что там повыпадало? У нас там куча вещей опять. Шузики нет. Нет. А вот это может быть. Ага. Так, что там? Мичура, да? Давай. Мичура, так Мичура. 3800. Хорошо. Так, а вот это даже нету смысла, наверное, и смотреть. Опять места мало, блин. Довольно этих жалких. Ёпта мать, сразу 55 уровень. Если ты не понял, мне нужно немедленно провести обряд жертвоприношения.
Хватит рассказывать мне сказки о том, что все крестьяне покинули высокогорье и некого принести в жертву. Советую тебе привести кого-нибудь, иначе мы сдерем шкуру с тебя. Так, что там мантра еще? Говно. Скажем так. Да, плюхи залетают такие жесткие, я бы назвал. Все, налетели и порвали. Все, походу, зал страданий, это уже... Это то, что я думаю. Эти испытания служат какой-то высшей цели, но она мне неизвестна. Боги не открывают. Так, что мы там было взяли? Понятно. Так, давайте домой. Так, сейчас все быстренько скинем. Так, все. Так, теперь надо подумать, а точнее давайте уже подумаем, наверное, в следующем видео, как будем этого Азмодана ввалить. Какие выбрать умения. Может пока что с такими пробовать, только единственное, не знаю, что с этим вихрем. Есть ли смысл? Физически. Так, это заморозка, это восполняет, это бьет. Ого, замерзает на 7 секунд. Кстати, давайте, наверное, попробуем его, чтобы он на 7 секунд замерзал. Так, ну что ж, с вами был Олегыч, это канал Олегыч Геймс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.